Всем привет! Меня зовут Диана, и я являюсь преподавателем в онлайн-школе программирования Pixel. В сегодняшнем видео я покажу вам топ-10 игр, созданных на платформе программирования Scratch от онлайн-школы Pixel. Ну что, поехали? Подпишись на канал и поставь лайк этому видео. Итак, 10 место в нашем топе занимает Pizza Clicker. Кликер, в котором основной задачей является нажать как можно больше раз на кусочек пиццы. За каждое нажатие игрок получает монетки, на которые в дальнейшем мы будем покупать апгрейды. Вот, например, я накопила более 100 монеток и могу купить обнову под названием Pepperoni Pizza. Теперь, помимо моих нажатий, каждую секунду мне добавляется экстра клик. Если накопить, например, 500 монет, то можно позволить себе пиццу с ананасами, которая автоматически будет добавлять 5 монет каждую секунду, помимо тех, которые мы кликаем сами. Вот таким образом, прокачивая свой скин, можно зарабатывать все больше очков. А для самых смелых у меня есть челлендж. Попробуйте побить рекорд в этой игре. Пишите, сколько максимум очков вы набрали в комментариях. Ну а мы двигаемся дальше. 9 место. Crazy Kitchen. Начнем мы с выбора персонажа. У каждого скина есть своя особенность. Я, например, выбрала яйцо. Оно очень медленное и нерасторопное. Нашей задачей является продержаться как можно дольше на игровом поле, так, чтобы не попасть под падающие ножи, вилки и так далее. Для этого надо кликать в место, куда мы хотим перенестись, и как Человек-паук своей паутиной перелетаем туда. Теперь попробуем поменять скин на морковку. Можно заметить, что морковка в разы быстрее яйца. Таким образом, мне удалось набрать намного больше очков. В этой игре доступно еще множество скинов, которые вы можете попробовать. Ну а мы двигаемся на 8 место с игрой платформер Over It. Лично мне эта игра очень понравилась. Это платформер, в котором блоки карты состоят из блоков, используемых в написании кода Scratch. Блоки повторять всегда, когда флажок нажат и так далее. Управление происходит с помощью стрелочек. Наша задача – это собрать 10 монет. Как вы видите, что у меня получилось набрать только 5 монет, после чего я дошла до правого края карты и упала в воду. Значит, карта развивается не только вправо и влево, но еще и наверх, и есть место исследовать ее. В дальнейшем тут также появляются всякие яблоки, бананы, арбузы, все те спрайты, которые мы могли видеть в библиотеке спрайтов при написании программ, что очень прикольно. А 7 место в нашем топе занимает Battle Simulator. Я считаю, что это игра на двоих, потому что одному в нее играть не так интересно. На поле есть две зеленые зоны. Там можно размещать свое орудие. После того, как с обеих сторон армия будет готова, мы нажимаем кнопку «Старт», и начинается битва. Хочу отметить огромный выбор амуниции. Тут есть все, начиная от пехоты и снайперов и заканчивая огнедышащими драконами и тренировочными базами, из которых появляются новые и новые солдаты. Сразу видно, что автор потратил много времени на разработку игровых элементов. В итоге побеждает та команда, у кого на поле остается большее количество бойцов. Ну а мы идем дальше. 6 место. Minecraft Run. 2D-игрушка, где, играя за человечка из Майнкрафта, нам нужно преодолевать препятствия, перепрыгивая через них. Тут нам может встретиться зомби, лучники и демоны. К сожалению, у нас есть всего одна жизнь, поэтому, как только мы касаемся препятствия, игра заканчивается, то есть мы умираем. Чтобы начать играть заново, необходимо нажать на зеленый флажок. Также тут происходит подсчет очков. Правда, я не знаю, по какому принципу зачисляются очки, так как табло скрыто до самого конца, и количество набранных очков можно узнать только после проигрыша. А 5 место – это игра под названием Rocket Sky 1.5. Весьма необычная игра, в которой, улучшая свою ракету, мы стараемся улететь как можно выше в космос. Самый первый запуск получается очень слабым, всего лишь на 173 метра. И за эти 173 метра мы получаем 138 монет, которые можно тратить на три вещи. Улучшение скорости, улучшение объема топливного бака и сбережение. То есть можно просто отложить заработанные деньги в сторонку. Как вы видите, после покупки двух улучшений мой результат увеличился на 40 очков.
Тут также есть возможность сохранения, чтобы не начинать набор амуниции заново, каждый раз, когда запускается игра. Четвертое место. Космическая бродилка Moonwalk. Целью является обнаружение 80 планет, разбросанных на просторах необъятного космоса. Мы можем поворачиваться вокруг своей оси, по часовой стрелке и против, с помощью клавиш стрелка вправо и влево. И с помощью джетпака мы летим либо вверх, либо вниз, соответственно нажимая стрелка вверх и стрелка вниз. Когда мы приближаемся к новой планете, как и в жизни, нас встречает ее гравитация. Потихоньку притягивая игрока на поверхность и коснувшись ее, можем лететь дальше, так как количество исследованных планет увеличивается. Очень классное управление, действительно верится в то, что ты находишься в невесомости, и управлять персонажем немного сложнее, чем на Земле. Также в левом нижнем углу есть карта с навигатором, показывающая наше положение и положение ближайших планет. Те планеты, которые мы уже посетили, подсвечиваются цветным, а неоткрытые отображаются белым, и там также строится траектория полета. Ну а мы на финишной прямой. Третье место в нашем топе занимает Swingers. Супер простая игра, где управление происходит с помощью пробела или клика мыши. По сути, это перевернутый Flappy Bird. Тут, нажимая пробел, мы цепляемся за верхние блоки, как на качели летим вперед. Я не смогла уйти дальше первого уровня, так как постоянно врезалась в блоки, из-за чего приходилось начинать играть заново. Советую всем попробовать и оценить эту игру. Она действительно необычная и очень интересная. Второе место. Shifting Sand или Зыбучие пески. Игра начинается с того, что наш коричневый блок оказывается на 7 песчаных блоков, которые со временем рассыпаются и пропадают. А вместо них другие блоки появляются в неизвестном месте. Наша задача простая – не упасть с этих блоков и продержаться на них как можно дольше. Управление происходит с помощью стрелочек вправо и влево, а прыжок совершается нажатием клавиши стрелка вверх. Ну и лидер нашего топа – первое место. Warning Robots 3.1. На первый взгляд может показаться, что это обыкновенная стрелялка зомби, но именно ее исполнение – это то, что привлекло мое внимание. Первая особенность – это то, что можно сохранить свой прогресс и продолжить игру, не начиная сначала, нажав клавишу Load. Далее нас спрашивают, играли ли мы в нее до, и если выбрать нет, как это сделала я, так как не играла в нее до этого, то для нас проведут очень детальный туториал, в котором расскажут предысторию игры и управление стрелками. Пока что доступный язык – это английский, но, возможно, кто-то из вас захочет сделать ремикс с русской озвучкой. Итак, мы попадаем на пробную битву. Для атаки необходимо кликать мышкой в сторону зомби, у каждого из которых по 3 жизни. То есть попасть в него надо 3 раза. После попадания вокруг него появляется синий щит, и некоторое время наши атаки бесполезны, то есть ядро, которое мы кидаем, просто-напросто отражается и летит же в нашу сторону. Далее в рамках обучения нас отведут в магазин, где мы сможем купить новое оружие за деньги, которые мы заработали за убитых зомби. Игра продолжается до тех пор, пока мы не потеряем все 10 жизней, которые даны нам с самого начала. Еще надо отметить то, что жизни восстанавливаются со временем. Вот такой топ у нас получился. Но у меня на сегодня все. Если вам понравилось использование платформы программирования Scratch, и вы бы хотели придумать и воплотить в жизнь свой личный проект, то добро пожаловать в онлайн-школу программирования Pixie. Мы рады всем! Вся информация доступна по ссылкам в описании. А чтобы не пропустить наши новые видео, подписывайтесь на наш YouTube-канал, а еще заглядывайте в наш блог на Дзен. Всем пока! Увидимся в следующем видео!